Лиля. Лиля и Пушок тоже все съели. И съели, рассыпали. Идите сюда. Пушок, Лиля, что такое? А, это у нас кто, Барни с Бинкой? Малохольные какие мальчики. О, это тоже у нас огонь. Это жучая жук, я даже подходить к ним боюсь. Туда руку сунешь, они тебе ее оторвут. Гулять хотят все. Зоны выгула нужны очень срочно. Очень просим помощь. Лёлик, Миша, Маша. Ребята! Ай! Тихонько. Лёля. Лёлик. За темно, ничего не видно. Ай, Жули! Жули! Чернышок! Чернышок, как твоя лапка? Чара? Что-то плохо видно, не пойму. Привет. Как дела? Черныш, приветище! Жуля, приветище! Лапу покажи своим. Нифига ничего не видно. Слушай, а тебя ошейник не жмет, друг? А ну стой. Да, я попробую. Не, нормальненько. Нормалечек. А, Герда. Герда. Стефан. Галактик. Стеша и Стефан. Так, может, виднее. Это уже... Опять воду перелили. У нас дозор, конечно, без гуляний вообще уже с ума сошел здесь. Динка старенькая, да? А дозор, он как малохольный прыгает. Все время вода разлита. Дозор. Ну, бы его взял бы в семью. Блин, такой мальчишка славный, а. Ну, никому не нравится. Диночка, сейчас водички дадим. И тут тоже все поперевели, переворачивали. Малыш малохольный. Лиса почетный донор. Гулять надо, гулять. Ну что ж ты делаешь, малышунечка мой. Черныш. Здоров. А где это? Лада, это фу, Лада. Не, Лада, правильно. Подожди. Дана. Дана. Данка вообще не вылазит из будки. Не знаю я. Куда-то ее отсаживать надо так, чтобы вообще не была собак. Она одна сидела. Так, это у нас панда Джан. Привет, красотка. Привет, красотка. Тероплазмоза ее лечили детей, потом пристраивали волонтеры. Так. Идем напротив. Идем, идем. Это у нас Ева и Грета. Ева и Грета, мои милашки. Чебурашки. Милашки. А с кого я ошейник? С тебя Гретка сняла? Так. Это еще один у нас Черныш и Мия. Это страсы. Ой, Мика, надо обработаться. Это страсы, ребята. Ой, этот стачанки. Чары, брат. И этой Герды, и Грета, их четверо было. Давно я их забирала щенками. Это Деська. Брошенная тоже на трассе была. Это Берта. Вообще мы ее из трубы вытаскивали маленькую. Берта, идите ошейничек попробуем. Да, Дезюнь? А это блинчик. Когда блинчику 3 века надо удалить. Глянь, как уже разрослось, а. Это Рексик. Мы его парализованного забирали. Тоже с улицы в луже валялся несколько дней. Холодной. Это Рексик. Так. Рексик. С блинчиком. А это Поночка и Бимочка. Мои красавчики. Бимочка с Курской у нас усыпал. А Поночку с трассы забирали детей, тут и волонтеры пристраивали. Мы уже ее стерилизовали. Как она там на трассе безлюдная вообще выжила, непонятно. Так, это Тина и Мия. Мия, Тина. Ай, царапайся. Это у нас Филипп, тоже искусственник. Братан наших толстеньких Леры Лорда. Это у нас Тасенька. Да, моя девочка? Да.